Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машиновязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Третий блок вязания элементов для пледа лабиринт, номер блока 3, сразу присваиваю номер и рассматриваем, как мы будем его вязать. Один ряд белым, там, где у меня нет никакого цвета, это белый. 5 рядов, 5 блоков, то есть 80 рядов. Красный, видно, что красный. Один блок белый, 5 блоков зеленый и один блок белый. Один блок белый, 5 блоков красных, один блок белый, 5 зеленых и один белый. Присвоили номер 3. Обязательно пристегните номер к двум деталям, чтобы не потерять. И надеюсь, что вы не забыли подписаться на наш канал, чтобы не потерять вязание пледика, потому что если вы потеряете, можете пледик и не закончить, не увидеть, что у нас получится. Так, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе обновлений, и приходите на следующую, 5-ю часть, будем продолжать вязание блоков.